что Америка значит для вас? Решение о депортации окончательное. И вы ничего не можете сделать? Простите. Но мой дом здесь. Нью-Йорк – мой дом. Почти 14 миллиардов лет назад большой взрыв создал звезды, планеты, галактики. В сравнении с возрастом Вселенной мы проживаем всю жизнь за одно мгновение. Я Даниэль. Таша. Что в блокноте? Так, просто стихи. Стихи. И о чем? Стой, дай угадаю. О любви. Не все из них. Я не верю в любовь. Итак, никакой магии, судьбы или предназначения. Что если я смогу сделать так, что ты влюбишься в меня за один день? У тебя час. Что для тебя основные слагаемые в любви? Для меня это дружба, химия и X-фактор. Что еще за X-фактор? Не волнуйся, это у нас уже есть. Я все равно не влюблюсь, так что подтай немного. Ты назвала меня подтай? Подтай! Но моя семья из Кореи, не Таиланда. Я вовсе не это сказала, так что не жди извинений. О, я жду кое-чего, но это не извинения. Now I don't hardly know her, but I think I could love her. Мне нужно идти. Я должна уйти. Даша, чего ты так боишься? Слушай, я родилась не здесь. Что? Моя семья уезжает завтра. Но это настоящее. Знаю, ты тоже это чувствуешь. Выбор, который мы делаем. Дороги, которые мы выбираем. У нас нет вечности. У нас есть лишь этот день.